Вместо комбайна – буровая установка и взрывчатые вещества. С переходом на новую систему добычи горняки рудника «Айхал» включают в работу и новую технику. Если раньше отбойка руды осуществлялась механизированным способом и комбайн вгрызался в кимберлит, сейчас его забуривают и взрывают. Техника, которая у нас была при механизированном способе отработки, она частично осталась. Те же погрузочно-доставочные машины, те же самосвалы. Но помимо этого у нас теперь добавились еще буровые установки очистного бурения, то есть для бурения скважин. Вот такие машины, как бутобой, они просто стали необходимы. Подземные кладовые богаты, но труднодоступны. Даже после взрыва не вся руда готова к дальнейшей обработке. Крупные куски, как говорят горняки, не габары, необходимо доизмельчать. Для этого на рудник «Айхал» был закуплен бутобой. Маневренная техника способна быстро перемещаться в подземных лабиринтах. Вот эта машина, она нас очень выручает. Во-первых, потому что она мобильная. То есть она может подъехать абсолютно в любое место. Если необходимо, она может подъехать к очистной камере. То есть... Вот. Если нужно, она может вот на рудоспуске разбить эти негабаритные куски. При выборе бутовой учитывались технические параметры, производитель оборудования и опыт сотрудничества с поставщиками. Машина удобная, во-первых, в использовании. Во-вторых, удобна тем, что унифицированная марка, то есть у нас машины, получается, одной марки все работают, Атлас Копка. Техника знакома, потому что она сделана на базе ПДМ СТ-1030. За место ковша стоит бутобой. Внутри, да, в кабине комфортно, стоит кондиционер, в машине не жарко, нормально, приятно работать. В числе нового оборудования также модифицированные скипы, которые в настоящее время запускаются в работу. А в период летней навигации поступит еще одна установка веерного бурения. Светлана Угрюмова, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».